привык быть лысым, и привык не иметь никаких волос на голове. Это очень удобно. С утра встал, почистил зубы и пошел. Ничего не лезет в глаза. Если кто-то хочет схватить тебя за волосы, у него вряд ли это получится, потому что их нет. Пьер Боннар. Посмотрим, насколько сильно я буду на него похож. Мне кажется, он похож на маньяка. J'aime bien Paris et je suis très content que je suis un artiste français maintenant. Ну что, тогда очки надо и все, Катюш. Рубашки не было, когда такие рубки были. Это какой-то экономный вариант рубашки. Да? Тех, у кого не хватало на рубашку, покупали. Чтобы не стирать себе рубашку. Манжеты, например, стирать каждый день. Такой, если кризисный вариант, актуальный. И воротники еще отдельно делались. Вообще шикарно. Босс, у тебя на этот Хэллоуин есть образ. Это сильный момент, да? Это мой новый имидж. Теперь я всегда так буду ходить. Я думаю, что теперь меня никто не узнает, даже мама. Мама – это я. Мама тоже точно не узнает. Мне надо какую-то перчатку дать. Ну, в этом кайф. Ты зачем? Какое-то очень опасное увеличение. Можно даже с глазами попрощаться. Смотрите. Это, сейчас я скажу, где-то минус 3. Самый последний момент на один раз. О, рубашка, которая стоит, стоит. Ну, похоже, вот, а вот это не стоит. Чуть на меня лицо, вот вы стоите там, а лицо на меня, так. Да, Bonsoir, monsieur et madame. Je m'appelle Pierre Bonnard. Je suis ici pour faire un peu de business pour faire quelque chose de nouveau pour savoir qu'est-ce qui se passe ici dans cette ville. Je suis très content d'être ici. Yo, représente l'école du Nicre d'Argent, Freeman V, Marseille et ses agents. Vous smotrez-vous Black Star TV.